На довгому шляху людства є тайни, які завжди привертають до себе увагу. І серед усього цього розмаїття тайни пов'язані з життям і діяльністю однієї з найдивовижніших постатей в історії людства – Ісуса Христа. У церковному календарі ми маємо окреме встановлене свято, яке відзначає подію народження Христа. Але необхідно визнати, що немає історичної достовірності щодо святкування цієї події. Саме 25 грудня – Західна церква і 7 січня – Східна церква. Немає жодних свідчень, що ізраїльтяни в часи Христа мали який-небудь звичай пов'язаний із відзначенням Дня народження. Тож, коли насправді народився Ісус та як правильно відзначати Різдво у кращих релігійних традиціях, дізнаємось від нашого наступного гостя. Ну що ж, і до нас завітав гість Олег Стецюк, лірик храму Святої Троїці. Доброго ранку вам. Ленчику, це та людина, яка знає більше за це свято, яке ти анонсувала. І все ж таки, що це за свято, коли народився Ісус, бо так сталося, що католицька церква вже відзначила. По григоріанському календарі вже празднувала. Православний мир, особливо восточний, ми празднуємо по юліанському календарю. Ну, хочу зробити таку поправочку, що церква завжди вспоминає торжественно дух события. Тобто ми не прив'язуємося до якоїсь дати, то ли 25 декабря, григоріанський календар, як я сказав, то ли 7. Ми говоримо о духі события. Ми говоримо о тому событі, яке произошло. И по своему информационному наполнению Рождество Иисуса Христа – это абсолютно необычное событие в истории отдельно взятого человека и в истории всей цивилизации человеческой. Вот смотрите, в мир приходит Иисус Христос, и его пришествие, а так правильно говорить, не день рождения, а это пришествие из мира вечного в мир временный того, кто создал этот мир. И вот приходит Сын Божий, и Его рождение, оно абсолютно видоизменяет, скажем так, по-современному переворачивает весь ход обычной человеческой цивилизации. Даже сегодня мы как разделяем нашу историю до Рождества Иисуса Христа, хотя в учебниках часто писалось и пишется до новой или нашей эры, или после нашей эры. Но фактически мы говорим до рождения и после рождения Христа. Это абсолютно непохожее религиозное событие на все другие религиозные события нашего мира. Вот смотрите, вот что такое религия? Религия – это, по сути, поиск ответа на вопрос, а кто мой духовный родитель? Вот когда ребенок рождается, он даже многие вещи не понимает. Он еще не адаптирован к этому человеческому миру. Он еще живет как-то так инстинкта. Но ребенок первое, что делает, он пытается найти ту или того, голос которого он слышал, находясь в утробе матери. Ребенок рождается, он пытается тянуться. Где тот, кто родил? Где мой родитель? Где мой папа? Где моя мама? Где мой творец? И уже впоследствии, когда ребенок уже вырастает, когда он становится взрослым, сознательным, он пытается все-таки найти твердый ответ на вопрос, кто меня создал. Вот точно так же и человек. Он пытается найти ответ на вопрос, кто я в этом мире, кто мой творец. И самое что интересно, что в христианстве, вот в Рождестве Христа, мы показываем, что Бог ищет человека, что Бог отвечает на вопрос, кто ты человек, и кто твой духовный родитель. Але саме людину завжди цікавило, хто ж є Бог, хто є Ісус. Совершенно верно. Опять же, это как ребенок. Он пытается понять, чей был этот голос, когда я находился там. Ведь ребенок, находясь в утробе матери, он слышал голос, ну, той, которая его любит. И вот он пришел в этот мир. Где этот голос? И человек ищет этот голос. Где этот голос, который проговаривает в моем сердце, в моей душе? Потому что душа, она божественна. В душе всегда импульсы вечности звучат. И для того, чтобы найти ответ на вопрос, Бог, представьте себе, вот я не знаю, можно ли в это утро прочувствовать вот то, что произошло эмоционально, но Бог, создавший мир, Он оставляет небеса, и Он вочеловечивается.
Он становится человеком, чтобы, во-первых, исцелить нашу несовершенную природу, потому что мы, совершив грех, утратили способность общаться с Богом и способность быть вечно существующим. И второе, Бог на понятном человеческом языке, Он нам дает ответы на все наши вопросы. Отец Олег, я перепрошу, у нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас з Різдвом і Новим роком. І ось такі запитання. Ось у вас у храмах Ісуса Христа зображують розп'ятого, а він живий, а його там розп'яття святе. І ось ще друге запитання. В школах, в дитячих садках немає уроку Божого Слова. Але має це бути урок Божого Слова. Діти, ось навіть у свята, ось у свята, ось нецензурні слова говорять. Від них частіше почути нецензурні слова у громадських місцях, на вулиці, в транспорту. І діти ведуть себе не по-божьому. Ну, спасибо за вопрос. Они очень такие, смотрю, серьезные в это утро. Ну, первый ваш вопрос, что касается распятия. Все-таки мы люди чувственные. Нам необходимо что-то видеть, нам необходимо вот наши переживания как-то, ну, визуализировать. Поэтому церковь очень часто, даже вот у меня на священническом кресте, мы изображаем распятие, чтобы человек мог посмотреть и сразу же ответить себе на вопрос, что произошло. А произошло уже следующее, мы будем весной встречаться, я так надеюсь, да, доживем, вы меня пригласите, и мы будем говорить о Пасхе Христовой, когда Христос был распят на кресте. Ну, и это память про то, что он смерть, совершенно верно, поправ, и он себя принес в жертву. И когда православный человек смотрит на распятие Христа, он понимает, что наше спасение – это в жертве Христа. Он отдает свою жизнь нам, чтобы могли мы оживотворить. Что касается второго вопроса, я ваш соратник. Я не знаю, как еще сказать, я ваш сотрудник, я ваш единомышленник, я человек, который очень хочет и, кстати, прилагает максимум усилий, чтобы в наших школах мы преподавали основы христианской этики. Еще в 2004 году хочу поблагодарить Виктора Андреевича Ющенко, его уже, наверное, все забыли, а может быть и вспоминают. Но это был... Коли ми живаємо, то пригадуємо. Но первый президент, который издал указ, чтобы факультативно в школах 5-6 класс преподавалась основа христианской этики. Я только за, чтобы в школу, в садике мы могли принести христианскую мораль, которая является фундаментом нашей украинской конституции. Это же, мабуть, потрібно співпрацювати з управлінням освіти, щоб вести вичбові плани. Ну, тут ще батьки можуть по... Да-да-да, я, знаете, вот часто задаешь вопрос родителям, нужно ли это? Родители говорят, ну, этого не нужно, церковь не нужно приносить в школы. Я понимаю, что церковь, государство, мы отделены. Но когда ты говоришь, что церковь – это не убей, это не укради, это не прелюбодействуй, это почитай отца и мать, это не лжесвидетельство, это не забирай чужого. И когда спрашиваешь, вы хотите, чтобы ваши дети были сформированы вот этой этикой отношений? Да, конечно. Тогда давайте будем вместе сотрудничать. И вы знаете, самое лучшее воспитание, хочу, чтобы услышали вот наши родители, я даже вижу, что, я так понимаю, вы родители, да? Вот наши дети уже готовятся к встрече. Мне очень хочется, чтобы вы были той школой, которая воспитывает и формирует наших детей. Не надейтесь на школу. Сегодня школа настолько находится в сложном положении, им бы оценки раздать, закрыть зачеты и детей распустить домой. Поэтому самое лучшее воспитание – это родительское воспитание. Это воспитание бабушек и дедушек. Дети формируются как личности только в семье. Если семья не будет заниматься ребенком, поверьте, нам будет сложно воспитать этого ребенка. Возьмите даже Рождество Христа. Где Христос воспитывался? Как пишет Давид, у грудей матери я принял упование на Бога. Поэтому, когда Богородица родила ребеночка, когда она взяла его на руки, она пела ему песни. Вот я, ну, я понимаю, что, скорее всего, она не пела колядки украинские, но что-то было похожее. И она уже с этого возраста, кормя ребенка, она уже ему через это молоко, она ему передавала основы и веры, основи чоловічських отношень і всього остального. І ви... До речі, вибачте, пане Олеже, повертаючись все ж таки от до народження Ісуса, ви зазначили, що це таке отутоження, скажімо, ну, в особі
людини, коли він народився, і все ж таки це, ну, це людина була. Бога-чоловік. Так, так. Бога. Але він, в нього був бит, навіть він щось робив, він володів певними ремеслами. Можливо, так. Як у нього складалось життя? Можливо, знаєте, він навчався, уникав заручень 13 років було таке. Апостол Павел, він говорить дуже коротко, я думаю, ємко він говорить, що він познав все, крім гріха. Тобто Христос, як Син Божий, це Бог. Вот это, как говорил папа римский Лев, это еще 4-е столетие, он говорил, что 100% Бог и 100% человек. Он был совершенный Бог и был совершенный человек. Он был одним из нас. Он был человеком в нашем обычном понимании этого слова. Он плакал, он смеялся, он терпел голод, он уставал, он спал. Он первое чудо совершил на свадьбе. Я не представляю Христа, которого пригласили на свадьбу, и он такой, знаете, как строгий православный батюшка, вот так стал и сказал, если буду танцевать, я не приду. Да, да, где-то так стоял и смотрел на всех искоса. Нет, это был веселый человек, это был человек компании, но это был человек святой, который дарил вот эту святость отношений. Это был человек, который посвятил себя Богу, как... пишут наши вот, предания, он помогал своему отцу, названному Иосифу, он был столяром. И давайте я вам задам такой вопрос. Вот как вы думаете, когда им заказывали сделать то ли стол, то ли стулья, вот Христос, он это делал безупречно? Или так, знаете, как наши украинцы, вот ты что-то замовив, да, там, якийсь стіл, прийшов, а там бачиш, що там щось воно нахилилося, щось воно відпало, щось так. Ви кажете, так я ж вам замовив. А вам кажуть, та й так нормально, так поставте, здалеку не буде видно, так трошки так приберіть. Все, що діяв Христос, це було совершенно. Мені, мабуть, здається, що враховуючи його здібності, він міг там якусь полено, да, перетворити на стіл, ну, як вино перетворював, але він зробив своїми руками. Я скажу так, він мог це все зробити, він мог сказати слово, и из ничего могло все появиться. Даже есть предание, когда Христос из глины лепил воробьев, он давал дыхание жизни, воробьи летели. Но вы знаете, Христос не был ленивым человеком. Это наша вот такая постсоветская мечта, вот дунуть, там что-то сказать, какие-то волшебные слова, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, дудка-самограйка, да, и все это появляется. Да? Как говорят, там, надейтесь и верьте. Нет, вы работаете. И Христос не злоупотреблял своей силой божественной, поэтому он тяжело работал, чтобы это все появлялось в его жизни. И я вам тоже, Роман, вот желаю, если вы чего-то хотите достичь, вот вы желаете, да, в своей жизни чего-то достичь, тяжело работайте. Верьте в Бога и тяжело работайте, и тогда вы все достигнете. А если просто мечтать и... надеяться. Ну. Лен, тебе теж це стосується. Лампи Аладдіна не существует, джина не существует. Ну, мені би хотілося, що, якщо є ще кілька минут. Так, але давайте дамо слово телеглядачу, а потім продовжимо. Доброго ранку. Доброе утро. Доброе. Скажите, пожалуйста, уважаемые гости, а как все-таки правильно говорить? Иисуса Христа или Христоса? Потому что говорят Рождество Христово, а Бога зовут Иисус Христос. По идее, по логике. Должно быть сказано Рождество Христосово. Спасибо. У нас дякую. Получается... А, до речі, ще ж є ім'я Єшуа, так називає. Є в нього ім'я? Ну, це єврейська, да, уже форма произношення. Я так смотрю, що у нас немножко так в семінарські диспути. Ну, бачите, цікаво. Да, превращається. Я немножко этого боюсь. Почему? Потому что все-таки это утро, и грядут морозы и снег, и я так боюсь, чтобы мы сильно так интеллектуально сегодня не заговорились. Что касается его имени. Иисус и Иешуа. Господь помогает. Это его собственное имя. Христос – это как титул. Это помазанник, это мессия, Машиах. Вот. Как произносить, опять же, разные формы, грамматика, орфография и так далее, произношение. И кто-то произносит Jesus Christ, да? Это тоже вот западная форма произношения. Греческое слово Иисус Христос. Вот. А мы произносим как Иисус Христос. Або Иисуса Христа, это уже падежные склонения. Но опять же, как бы мы ни произносили, вот дети иногда говорят «Боженька». Ісусик, от ми були в Прикарпатті, вони казали маленький Ісусик. Це теж форма произношення. Допустим, Ісу. Це теж форма произношення. Здесь какой, ну, как бы такой ошибки не существует. Опять же, я возвращаюсь вот к самому началу. Мы вспоминаем дух самого события.
мы вспоминаем пришествие Бога в этот мир. Бог стал человеком, чтобы мы смогли уподобиться Богу. Не уподобиться животному миру и стать животноподобными, а стать богоподобными. Ведь мы созданы по образу и подобию. Сколько у нас еще есть минут? Дві хвилини. Ну, взагалі, враховуючи те, що скільки конфесій у світі існує, і скільки назв, як Бога називають. Ну, це все титули, розумієте? У Бога, як правило, нет імені собственно какого-то Роман, у мене Олег, там, Єлена. Ми називаємо Бога, характеризує його свойства, його качество характера. Бог всемогущий. От, смотрите, ви коли щось совершили плохое, ви що говорите обычно? Боженька, милості. Вы, да? Прости. Вы в чем-то нуждаетесь, говорите, Боженька, всемогущие, там, помоги. Mm-hmm. То есть мы называем титулы, которые дают характеристику его возможностей. Вот поэтому вот много как бы его титульных имен. И мне бы хотелось, знаете, сегодня будет уже свят вечер. Сегодня такое будет прекрасное настроение. Прогнозы нам говорят о том, что будет снегопады, зимно. Хай це колядникам не завадить. Не завадить. І ви знаєте, мені би хотілося, у нас кожен рік вот, в Шумінському мікрорайоні, в Свято-Троїцькому сквері, проводиться велика така концертна програма, яка називається «Рождественське дитя». І сьогодні Шумінський мікрорайон, я хочу пригласити всіх наших телезрителей, я не знаю, хто буде передавати кому-то цю інформацію, Свято-Троїцький сквер, в 17:30, начало великої торжественної праздничної рождественской программы «Свят вечер». Приходите, духовная музыка, будет гости, колядники, кутя. У нас будет в сквере, как вот за границей в Европе, ватра будет гореть, даже можно погреться, поспілкуватися. Не сидеть вдома. Маршрутки все равно ходить не будуть. Не сидіть вдома, виходьте на вулицю, спілкуйтеся. Я вас запрошую в Свято-Троїцький сквер. І вас теж. Дякую. Ви в нашому районі. Ми близенько, обов'язково будемо. Отець Олег. Ну і наостанок нашої розмови. Як все-таки треба провести сьогоднішній вечір, окрім того, щоб піти на концерт «Різдвяне дитя», як треба Різдво Христове зустріти? Ви знаєте, от свят вечір сьогодні, і ми вже завершаємо пост рождественський, і духовно, і психологічно ми підготовлюємо вот к этому вечеру, чтобы увидеть первую звезду, которая является для нас Вифлеемской звездой. Я скажу очень коротко, может быть, немножко так по-земному. Скажите, вот когда вот, то ли в вашей семье, то ли в семье друзей родился ребенок, как вы встречаете вот это рождение? Вот как это обычно происходит? Мы собираемся вместе. Это праздник семейный. Вы знаете, украинцы по-особенному, они вот этот праздник переживают. Ведь смотрите, я шел на передачу, пытался сосчитать, сколько у нас есть слов, которые мы используем по отношению к маме. Маты, матенько, матуся, как еще? Мамочка. Нене, неньку. Да, вот мы, настолько у нас богатый словесный запас. Почему? Потому что для нас рождение ребенка – это очень яркое семейное событие. Точно так же и сегодня. Соберитесь вместе, пойдите в церковь. В 16:00 у нас уже служение начинается. В семейном коле постарайтесь пережить это событие. И, конечно, молитва, богослужение, причащение и потом народное гуляние. Почему? Потому что каждому человеку мы должны сегодня сказать, что Сын Божий родился, радость то великая. Бог приходит в этот мир, который побеждает смерть, разрушает все наши волнения, переживания и радость в этот зимний период. Она наполняет наши сердца. И я вас хочу сегодня этой радостью немножко оживить в это утро, чтобы вы, как вот кто-то звонил по телефону, чтобы вы сегодня все улыбались и радовались, и каждому говорили, Сын Божий родился в человеческом мире. Ну что ж, с нетерпением чекаем на двечірня Різдва Христового. Так, дякуємо нашому ранковому гостю. До нас сьогодні завітав отець Олег, Олег Стецюк, клірик храму Святої Троїці, що в Шуменському мікрорайоні, друг нашої програми вже. Ну, а зараз для всіх телеглядачів іще один подарунок від нашої малечі, тому що, кажуть, діти до 12 років, якщо не помиляюсь, є янголятами, вважаються. Ну, так в народі говорять. Так. Ну, дивлячись на них, вони справжні янголята. Запрошуємо зразковий вокально-хореографічний ансамбль «Зорипад» Херсонського державного будинку художньої творчості, керівник Ольга Кузніцова, пісня «Білі лебеді», музика Олексія Пономарьова, слова Тетяни Князевої. Thank you.
сина пісня, і понині там, де білим пухом кили ми. Кружляють крила над водою, зимові лебеді в офшор. Весняні янголи собою, несуть наділ вони, летять за блок. Кружляють крила над водою, зимові лебеді. Білі хмари, що пливуть над містом, білі птахи білої жими, синє небо лебеді знялися, розгорнувши крила зимові. Кружляють крила над водою, зимові лебеді в офшор. Різдвяні янголи з собою, несуть надію вони, летять з добром. Кружляють крила над водою, зимові лебеді в офшор. Різдвяні янголи з собою, несуть надію вони, летять з добром. Небо засвітилось зірочками, зорями святкового різдва. Обіймають лебеді крилами землю від народження Христа. Кружляють крила над водою, зимові лебеді в офшор. Різдвяні янголи з собою, несуть надію вони, летять з добром. Кружляють крила над водою, зимові лебеді в офшор. Різдвяні янголи з собою, несуть надію вони, летять з добром. Різдвяні янголи з собою, несуть надію вони, летять з добром. Несуть надію вони. Зразковий вокально-хореографічний ансамбль «Зори ПАТ» Херсонського державного будинку художньої творчості сьогодні розпочинав святки разом із нами у прямому ефірі тут на телеканалі «Скіфія». Ну, як годиться, звісно, без подарунків від нас ніхто не йде. Романе, здійсни урочисту місію для кожного янголятки нашого. Маленьким різдвяним янголяткам, щоб підсолодити. Стилізовані матрюшки. От. Прошу, зайчик. Ідіть сюди, не стійте. За подарунками. Ну, як прийнято на Різдво, жодна дитина без подарунку залишитися не повинна. І не може. І дорослим теж би не завадило. Ну що ж, пасибі нашим ранковим гостям. Ну, а далі програму «Ранок на Скіфі» продовжує випуск ранкових новин. Вітаю вас! Час новин на телеканалі «Скіфія» у студії Еріка Авдєєва. Дивіться сьогодні у випуску. З початку року список декларантів значно розширюється. Українцям перенесуть Різдво. Припущення чи дійсність? Вже сьогодні українці святкуватимуть Святвечір.